моя Саски. Сейчас я вас научу в Deceit играть как профессионал. Я вообще самый скилловый игрок в Deceit. Я мастер Deceit. Так, ну смотри, значит. Я обезьяна, как вы можете заметить. Играю с какими-то вот, то есть бомжами без скинов. Ясно. Ясно. Я вообще не умею играть, если что. Я в первый раз играю один без своих друзей. Здравствуйте. Снова 25. Пацаны, Нина убийца. Красиво. Нина? Чего? Не надо вот это взять. Как заиграть, ребята? Нина убийца. Дай дропаш убраться. Понял? Есть. Все. Спасибо. Нина убийца. Пацаны, Нина. А, Нина, говоришь, что Нина убийца? Я что, не допер сначала? Я буду за ней следить тогда. Нина монстр. Убивайте ее. Блять, как меня бесит он. Что там происходит? Красиво. Че, выруби микрофон? Да, реально, да, выруби. Все, спасибо. Нина убийца. Алло. Фу, блять, как он меня заебал. Нокнуть ее. Я тоже сейчас нокну. Если ты не перестанешь, я нокну. Нокай. Может, ты убийца, если ты говоришь? Тю, ну ты шо, ну ты дурак? Я говорю, Нина убит. Пиздец, я бы его убил уже, реально. Я ни одного фонаря не взял за это время. Ну смотрите, тут вроде не выпито нигде. Нужно искать, где выпито. Так, ну все, сейчас начнется. С нами нету кого? Деда и еще кого-то. Так, а ну. Так. А девка со скином сразу вниз спрыгнула. И они не взяли никто. Это God War, пацаны, God War. Алекс. Пруфы какие? Алекс, пацаны, Алекс. Никаких, ну объясни, почему? Что ты орешь его имя? Это Алекс. Потому что ладно. Я за ней все это время бежал, и он съебался от меня. Охуеть. Поверьте мне. Парни, вот если смотрите. Я убежал от него, это значит от меня. Ну, кто не знал. Ну, типа да. Так, пруф. Ну оп. Да. Давайте смотреть, кто последний прибежит. Это важно узнать. Ну да. Ну да. Последний. Давай побежи. Ну да. Там что-то трое бегут. Ну да. Ну да. Чекер. Да. Чекер нашел. Чекер найдем. Не нашел Алекса. Алекса. Чекаем. Да. Нет, Нина, я тебе не дам, нет. Не, Нина, отойди. Нина, отойди. Блять, это сюда, не... Мне... Иди сюда, Алекс, теперь. Пиздос. Алекс, иди сюда. Пиздос, просрали, блять, чекер. Чекеру иди сюда, Алекс. Пацаны, чтобы вы понимали, когда я зашел, уже чекер мне показывался здесь. Это он его активировал, Алекс. Потому что он первый забежал. И заигнорил его. Мне кажется, Алекс, это он. Алекс, иди сюда. Это он, это 100%. Алекс, ну иди сюда, если ты мужчина. Алло. А. Ну давай. Хочешь проебать чекер, давай. Ну скажи что. Что это, блядь? Опа. Да ты скажи хоть что-нибудь! Пиздец. Он зараженный, поверьте мне! Я только разбьет! Поверьте ему! Не верю, я не верю. Нет. Блять. Алло, вы чё, он зараженный? Чё, у меня нокнул, дробовик проебали. Кстати. А ну ты он зараженный, алло! Идиот. Ебать, я понял, короче. Вы ебанутые просто в тиме с долбоебом. Идиот, пиздец. Ты же ты убил просто так. Ну да, я только что его чекнул. Зараженный был. Зомбы еще не восстали, кстати, почему? Мы не видели этого. Ну блять, ты че, виноват, что ли? Слушай, ты громче всех говоришь, вот этот, потом убиваешь его нахуй. Я сказал, что один Алекс, и все. Больше я никого не сказал. Ну слушай, ну а что за этим обычно бывает? Это Алекс, я тебе говорю, и все. Потому что только что я сейчас. Чекнул, это Алекс.
Не верьте, не верьте, я не собираюсь доказывать. Он какой-то идиот. То, что он вас потом съест, я не виноват. Он я какой-то вас идиот. Ням-ням-ням. Подходите, по одному буду вас съесть. Ну да-да, давай-давай-давай-давай. Где тут еще? Хуесос. О, уже обзывательства пошли, да? Ну да. Некрасиво, ну, конечно. Да-да-да-да. Да-да-да. Дробовик хотя бы возьму, кстати. Себе. А еще что-нибудь ставишь? То, что зомбы до сих пор не появились, значит, они вообще типа раза три сыграли. Никому не давайте, зачем? Не надо только это делать. Давай мне, я хочу взять. Все, у меня есть. Я бы... Блять, вы реально взяли? Кто взял? Я взял. Но у меня дот есть. Я могу прямо сейчас связнуть кого-то и дот кого-то. Хуй надо? Несёшь. Нет. Нет, ну у меня есть, в смысле, дот. Ну меня точно не надо, видишь? Это делать. Отойди. Ну. А что такое дот? В тебя не делает, ну ладно, не буду. Дот это, в смысле, антидот. Я откалю и дот как. Какая-то хуйня, зачем они ему дали ее? Просто вас байтит, вот поверьте мне. Вот чисто поверьте. Так. Надо без палива тут дойти. Нашли? Не открывайте пока, не открывайте пока. Пока все не соберутся. Тут какая-то хуйня. Вот так. Сказал же. Ладно, у меня отсталый в команде. Он никого не съел за два круга, пока за мной все бегают. Вот, Алекс. Не, нормально, он-то меня хотя бы нормально убил. Меня Нина взбесила из-за того, что он правду, видимо, сказал то, что Алекс это зомбу, да? Но из-за того, что он постоянно какую-то хуйню нес, никто ему вообще не поверил, заметили? Так что, ну, бан. Всем привет, с вами Димастер, красный игрок. Мне скучно. Молодец. Прекрасную бесконечно вылетающую игру, да. Кто-то отпился рядом со мной, играть. Сзади меня кто-то отпился. Или надо мной. Как тут... же бесит играть. Со мной в какой игре играл? Тихо, тут отпился. Тут кто-то отпился, тут кто-то отпился. Джекер. Тут кто-то отпился, блядь. Камеру сломали, камеру кто-то сломал. Ё-моё, у Лизы глаза светятся. Серьёзно? В курсе, бро. Да. Nice. Блять, кто-то тут отпился. Ну не светятся, они белые. А, ну зрачки это норма, дня. Норма. Норма, почему ты улезла так? Давайте все это пообсуждаем, кстати. Чанг соблюдает карантин. Ну, меры. Так. Рэйчел выпила. Рэйчел? Где? Да. А вон там, пошли, покажу. Так подожди, это я же, блять, Рэйчел. В смысле, я тут стоял. Да? Найс. Могу показать сразу, где. Да в чё за фэк, я был с толпой, блядь. Она вместе с Ниной. Я с толпой вот, был, считай, блядь, я с вами был, я сзади вас был. Она вместе с Ниной. Времени нет. Дай мы одного инфекции сейчас заводим, алё. Ну, да, погодите, давайте не будем голосовать, у него ничего нет, поэтому, в принципе, можно просто сбить кровь. Ты чё с ним? У тебя глаза светятся, ёмо, какую тоже кровь, белые. Ты ебанутый. Да, у меня тоже белые глаза. Вы что, дураки, я с вами был, вы что, идиоты? Ну, по крайней мере, я Чангу верю. Ну ладно. Превратился в меня! Жрут меня! Нормально, пацаны, блин. Пока на меня время тратит. Посмотрите, кто это, фоткайте. А вот Лизу съели. Лизу это съели. Нина, мне это кажется, Нина. Да, по-моему, Нина. Нина контролит Лизу, чтобы не подняли дотом. Это Лиза, алё. Нахуй ты по мне стреляешь? Это Лиза, только что. Это Нина или Лиза?
Нахуй это меня, Лиза. Если это Нина или Лиза, я Рэйчел, блядь, это я Нина, вообще алло. Не при делах. Да пиздец. Попизди еще здесь. Пиздец какой-то, блядь. Пиздец какой-то, блядь. Я, кстати, обещал вас научить это играть, Лиза. Я вас знаю. Поверьте мне, класс. Это ты, чел. Передо мной Лизу сели. Кто-то стреляет, они идиоты, они чисто в друг друга стреляют и все. Давайте еще, пидорасы, тиммейты. Хорош. Давайте, пидорасы. Пиздос, они убили, они убили. Осуждаю. Они убили. Пиздос, блядь. Аптеку можете дать кто-нибудь? Бегу на чекер. Давай. Блять, а как туда добежать? Нину мы убили. Покажи еще раз где чекер. Наступи. А, вы уже? Невиновны. Кто? Кто невиновен? Кто невиновен? Ты. Кто? Ханс. Я только пришел сюда. Как я невиновен? Ханс невиновный. Все. Ханс невиновный. Хорошо. Я его чекнул. Все. Что-то мне подсказывает, что вы оба я где-то это видел. Друзья. Блин, чё у вас глаза белые? Перевоплотился он там. Очень близко. Все. Ебать, дурак. Ай, блядь. Ай, блядь. Легкая игра, легкая. Спасибо. Как я, ну... Кто был зомбу? Алекс и еще кто? Да убери ты. Алекс и... А, нет, не Ханс. Обезьян. Я не знаю, я чувствую, как будто я с идиотами играю, потому что они обсуждают, блядь, как у персонажей светятся глаза. Это баг игры, который ты после третьего раза, когда ты играешь, ты уже на этом, ну типа, не зацикливаешь на этом внимание. Это баг игры. Я играю обычно с Крэки. У Крэки высокий уровень, и меня ставят с высокими уровнями. Я уже, ну типа, под их уровень подстроен. Тут они обсуждают, блядь, какую-то полную хуйню. Ну как можно? Как это можно обсуждать, то, что у кого-то светятся глаза? Вот, ну посмотрите, у них, вот, у Нины, у красные волосы, черные глаза, у Дед второго игрока, черные глаза, блядь, у обезьяни черные. Это баг игры, как это, блядь, можно на этом концентрировать внимание свое, когда, блядь, не в том задача игры, блядь. Всем привет, с вами Димастер, красный игрок. Всем хай. Всем привет. Так, привет. Ну уже хотя бы хуйню не говорят какую-то. Здорово. Хай. Хай, girls, хай, забыл. And хай, little baby bone. О май гад, you know about Valakas? Да, я. О май гад, был Valakas. Это я так умею. Маска. Это еще что за маска? Какая маска? Какая версия? У меня первая. Алекс, какая версия маски? Маска первая версия. Возьми себе, возьми, у меня фонарик есть, возьми, Ханс. Слышишь? Маска. Я маска. Ты маска. Скажи. У меня маска. Скажи пенис, голос пениса. Не умею. Опа, блядь! Тихо! Нина! Это почему? Нина! Иди почему? Сюда, Ханс, он иди сюда! Он запил. Стой, подожди. Давай, Ханс, подойди ко мне, давайте. Ханс, иди, не голосуйте, я докажу. Иди сюда. Смотри, вот сюда я бежал, давай. Она к тебе же выбежала. Вот ну, выгода. Так со мной Рэйчел была. Да, 20 секунд. Передо мной 20 секунд. Передо мной Рэйчел была. Так я не мог. Чел, ты понимаешь, уже 40 секунд прошло, ты кончил? Если что, это Рэйчел. До свидания. Или и вторая это Рэйчел. Это Рэйчел. Кажется. Рэйчел со мной была. До свидания. Да, точно. Ну я надеюсь, я не ошибся. Так, наугад сказал. Полюба. Вот я вам вангую. Так, один беру. Блять, как его зовут этот? Обезьяна, как зовут? Его Чанг зовут, все понял. Взял херню, иду ставить последнюю, видимо. А, нет, не последнюю. Если чё, у Рэйчел игра вылетела. Прикол.
Рэйчел, игра вылетела. Красиво, спасибо. Ну, кто-то еще поставит? А, все, спасибо. Так, скорее всего, либо Рэйчел, либо Нина, они были зомбу. Если кто-то из них вылетел, остался либо один зомбу, либо ноль зомбу. А, нет, скорее всего, один. Один. Потому что они гнали друг на друга. Так, давайте дергать. Это фонарик у меня есть? Это что тут? Это... О, это рез. Есть. Идем на чекер, чи как? Здорово, брух. Кого чекать? Прием. Алло, здравствуйте. Кого чекать? Подождите, кого среди нас нет? Среди нас Ханса нету. Почему я их не слышу? Давайте Ханса чекнем. Где Ханс? Ну все, это Ханс. Мне кажется, это Ханс по центре. Он единственный с нами не бегает. Я тогда чекну, ну вот Чанга, например, да? Ну, чтобы понятно было. Ну, Чанг чист, все чист. Взял эту штуку. Подожди, я не взял. Взял. Это Ханс. Блять, почему я их не слышу? Баганула игра? Тихо. Ставлю последний. Я вас не слышу почему-то. Все, он уже не перевоплотится, ему нет смысла 5 секунд, он ничего не сделает за них. Опять нет Ханса. Подождите, а может он сдох? Не, мне кажется, это может быть уже всех слили зомбусов. Блэд, я не знаю, страшная какая-то херня. Ну, вроде больше и никто особо и не пьет. А можешь мне дать? Можно я тебя убью, а потом возражу? Вот, смотри, у меня два разных, смотри. Можно? Спасибо. Ну все, мне кажется, зомбусов нет. Ну либо он не отпился, либо зомбусов нету просто уже. Ну все, все, да. Прикол. А кто был зомбу? Что-то, ну... А кто вообще был зомбу? Блин, вот бы Нина, потому что я про нее сказал. А ну. Так, ну я поставлю вот ей нормально лайк. А ну. Это была Нина, как я говорил. И вот эта Чикса, вторая блондинка. Они обе были, как я вначале сказал, блядь. Нахуй. Пиздос. Ебанул, босс. Нехер вместе было ходить. Капец. Прикиньте, я настоящий, блин, взлом жопы устроил. Я их двоих спалил на одном месте. Но это повезло просто, их спалить сразу двоих. Ебанумбус. Мы Нину, получается, вообще с самого начала слили, а потом она вылетела. В
Вторая блондинка. Блондинка вылетела, и все. Кек. Кек. Ну, у меня есть способность очень крутая. Смотрите, это самая главная способность. Показывает, сколько времени назад была выпита кровь. Это очень важно. Потому что я из-за этого понял то, что 4 секунды, там было написано 4 секунды, там сразу было понятно, то, что они, это только они могли быть. В ином случае никак это не могло быть. Всем привет, с вами Димастер. Здоровенькие были, холопцы. Здрасте, меня слышно? Это моя жизнь! Вот это баф-баф-баф-рут, меня ужалил пчела баф-рут. Меня я слышно? Сейчас, если не завалишь, ебло, я нахуй скажу. Нет, тебя, друг, не слышно вообще инфект, никак. Инфект, блядь. Я скажу, что ты инфект, если ты не завалишь, ебло. Охуеть! Инфект! Охуеть! Лиза, инфект! Обидно, да? По-любому. Так, вот так слышно? Нет. А где твои друзья, кваки? Ханс. Квакушка, где квакушки твои друзья? Володь. Где три еще квакушки? Смотрите, я буду, наверное, пчелобава, потому что мне сразу не понравился, блядь. Где еще квакушки? Давайте со мной пчелобава тоннелить. Я не знаю. Они ушли от тебя? Они киданули тебя? Да, да. Хуяли его шотгана, блядь, квакушка. Ну, все, он вып... Ля, ебал у это, Алекса ник нормальный, конечно. Уважаю, уважаю. Сука, моя жизнь. Реально, опа, капитан. У кого есть это? У кого есть детектив? 6 секунд, это, нет, это ты, блядь. Да, я чего? Я, блин, только что подошел. Ой, чан, чан, чан. Алло. Что вы орете? Ради бога, либо ради бога, вали. Мне все равно. Мне все равно ничего не нужно. И зачем? Это чан, да, чан. Зачем? Вы нормальный, успокойся. Алло, психопата, кусок. Ты, у тебя даже подозрений никаких не было, дебилка дебильная. И нафиг? У меня антидот, дебил. Нафига ты меня валишь? Вот вы сейчас сдохнете все. Все, так он отпил. Здесь все. Дебилка дебильная. А, я просто... Ребят, вы вообще какие-то дурные. Один орет это Чанг, другой орет это Рэйчел, а в итоге на самом деле оснований вообще никаких нету. Стоп, погодите, а мы... Я поэтому и поднял. Отвали, я тебе говорю, придурок, у меня предохранитель. Блять, алло, ты чё, блядь. Лиза просто всех нокает, просто блядь, всех нокает, реально, Лизу, блядь. Короче. Просто, я это Лиза стопудово. Она просто всех нокает, чтобы в медаль не вставляли, реально. Я только Рэйчел и Чанга нокаю, всё. Чего ты врёшь, ты во всех стреляешь. Пиздобол. Ты просто вокруг себя стреляешь. Квакушка вылетела, а нет, телепортировалась. Тебе никто ещё даже ничего не сделал, и ты сразу давай вот это стреляй. Да успокойся, придурочный. Где лежит-то? А я думал, сова. Чекер нашел. Бля, я не добегу мне. Чекер. Кто-то придет на чекер вообще? Сука, ты пидорас, если ты будешь прятаться, я тебе отвечаю, я тебя нахуй найду и выебу, блядь. Я на третьей локе прячется, блядь. О, на второй. На третьей локе. На третьей локе антидот взял. Рэйчел инфект. С чего бы? Побежал в сторону к середине, блядь. Да. Ногу, Войтин. Знаешь, пьёшь кровь её. Вас Войт. Почему я? Квакушка. Я не понимаю потому просто. Потому что ты пришёл в локацию, не... выпил кровь, пошёл брать антидот. Кто за Войтил? Квакушка. Я не ебу. Хан за Войтил. Нет, вообще, кто первый его положил? Я. Кто это? Я. Кто это? Я. Охуенно. Ганский фокус. Я не смог получить результат, блядь! Ладно, какой результат? Сяма стоит, все. Какой результат? Хватит дрочить, закаймай. Какой результат? Квакушка зомбу. Я встал, фьюз. Квакушка инфект, говоришь? Квакушка инфект. А, хорошо. Ты её проверил? Все, я так и думал, она инфект сейчас. Нет, это Нина. Да, это Нина. Все, это квакушка, говоришь? Хорошо. Ебать, я вылетел куда-то, пиздец. Алекс, я понимаю, что ты... Ёбаный рот, я улетел. Да, ты чё? Фокус цыганский, стань. Заклепаю сейчас. А у меня спа... Этот, у меня стоит спуфер, блядь.
Ага, софтом катает, все бан. У меня спуфер стоит по Клепай, клепай его, клепай его. Клепай, парень софтом бегает. Покушка, у меня спуфер, у меня на самом деле другой нет. Куда он летел? Ты где? Стой! Приди ко мне. Слушай, братец. Я по... Нет, не фитер. Покажи еще раз. Он просто летает к хуя, блядь. У меня спуфер, вы меня не зарекаете, алло. Давай, давай, давай. Летай, если я попаду. Дай летал, я его убью. Дай летал, я его убью. Дай летал, я его перекликаю. Я сейчас второй лок улечу, блядь. Дай летал. Квакушка, дай летал. Да что ты со своим талом, на. Да дай летал. Я убью софтера. Стой. Ты его не убьёшь. Софтер. Вообще никакого... Все, добрайся на софтере! Это... Меня побежал, молодой, побежал! Пиздос. Не открывайте эксит! Не открывай, кукушка, нет! Ты творишь! Да не надо! Да не надо мне! У тебя есть дот? Я на дереве. У меня нету! Так не надо его убивать! Да не надо, да что? Да открой же, блядь! Я хочу софтера убить! Софтеры не люди! Пиздец. Пиздец. Чё у тебя пуля не кончается? Инфинити ама у него! Пиздец, пиздец. Привет, кукушка. Пиздец, чмо, сука. Да его нужно давай. Было... Я клепать нужно было. На разоту с софтом. Блять, как писать? Его себе Рэйчел спалил с софтом. Потому что он софтер. Логично. Блять. Какой ник был у Летайлы? Кто летал? Вот это, да? Вот это вот. Тот самый нуб летал? Летал тот самый нуб? Как его, блять? Блять! Блять, я вышел, блять! Вроде он летал. Сейчас я посмотрю. Пиздец, ненавижу таких, это пиздец вообще. Ну ладно, ну поставь ты себе там, чтобы у тебя хотя бы прицел в голову шел. Но чтобы, блядь, ты летал по всей карте, что это за твари делают? Юзе, понятно. Абибра, Саски. Я чики бамбуни додо пицца. Я Саски. Я чики бамбуни додо пицца. Я хочу пиццы.